7 часов утра, все спят. Надо будить. Ленка, давай так ложиться, хуй, что ноги сюда торчат. Ой, Саня, снулась, Санечка проснулась, ой, ты моя маленькая. Ай, проснулась. Снять тебе, да? Ну давай, слезай. 7 часов. Пора вставать уже. Правильно, мне наложили там телефонов, которые, блядь, звонят. Все, надо пить, надо уйти и умываться, пить чай и ехать дальше. Осталось до Хорватии 1849 километров. Привет! Что? Привет, говорю. Что? Алан. Кристина, расскажи про свои ощущения. Привет. Про первого дня пути. Ну, нормально. Все нормально? Все хорошо? Да. Как спалось? Нормально. Хорошо? Только мало. Что мало? Мало по времени или мало ложа тебе было? Мало спалось по времени. Хихикать меньше надо было. А вам как спалось, детки? Удобно спала, Кристина? Да. Я да. Сундуком укрывалась. Ну да. Ну все, поехали дальше. Да. Да. Дети дали согласие. Что ты, папа, делаешь? Да, он сбился, маршрут почему-то. Да. Ну, до Польши? Да. Или до Чехии? Он хлюзил, блядь. До Хорватии. Сразу. Литва, да, или Латвия? Литва. Литва. Вот и заканчивается Литва. Короче, купили мы виньетку за 6 евро, да? Виньетка — это на оплату скоростного шоссе. Никакого скоростного шоссе в Литве нету. Это все развод. Самая большая скорость, которую можно ехать в Литве, это 70 км в час. По этому скоростному шоссе. Это 6 евро. Да, вот. Это скоростное шоссе. Да, это литовское скоростное шоссе, где знаки стоят 70 км в час. Так что не знаю, за что они берут 6 евро. У нас на Усть-Нарву дорога лучше. Все, въезжаем мы в эту самую. Польшу. Польшу. Литва закончилась. Все, едем дальше. Ну, наконец-то, закончилась Прибалтика. Солнце в кармане, оружие танец, и ты такой не один. Ура, вы в Польше! Порочный мечтатель в своем огне горит. Здесь будете что-нибудь покупать, нет? Конфеты. Как в коробке. Ну, одну пачку возьмите. Там 1,5 евро они стоят. Вот эта большая, как вала, на 1,5 евро. 50 центов? 1,5 евро, я говорю, стоит. 50 центов. Евро 50. Евро 50. Кефирки жарить на огне. Да. О, давай 5, поджарим. 59. У нас нет огня. Тут можно резать хлеб. Резать. Да, пальцы давишь, а то отрежутся. Ладно, пойдем. Не будет больше пальцев. Он там будет валяться. Вот видишь, в избушке валяется. Колбаса, салфетки, пиво. Не раскидывай. Ну, пиво.
хлебушек. Хлебушек. Вкусняшки Санькины. Туалетная бумага. Пирожки какие-то. Йогурты. Мука. Какая карточка моя? Молоко. Да, ну на какую там ложила? Молоко. Да, 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 на это. Йогурты. Машины такие мокрые. Пончики. Кусочек сыра. Еще кусочек сыра. Батон. Булочки. Хлебушек. Все, поехали. Что купил? Много чего. Вкусняшки, вкусняшки. И вот, смотри, вкусняшки. Одни так. Вкусняшки. Церквушка такая. В таких городках еще часто бывают пробки. Вот с фурами как встрянешь, блин. Короче, от Августова до Варшавы одни сплошные ремонты дорог. Скорость 50. Скорость 50, идем по приборам. На приборах. Или как по приборам. Все запарились уже. Жарище, блин, 25 градусов на улице. Дети уже вынесли весь мозг по третьему кругу. Осталось 1524 километра. Да, до Хорватии осталось 1524 километра. Вернее, не до Хорватии, а до моря. Сейчас 5:30 вечера, мы еще не доехали до Варшавы, но зато пожрали. Да, что еще скажем, ладно, до новых встреч, увидимся вечером. А вечером вас ждут крутые приключения в душе. Да, будем мочалить пятки. Все, ладно, разгоняюсь нафиг. Все, нафиг, всем пока. Мы уже едем по Варшаве. До Хорватии осталось 1467 километров. До моря. До моря. Дум-дум, дум-рум, дум-дум. Кукешти лепека, мерсингур петру. Остановились на ночлег на стоянке. На автобамах в Европе есть стоянки, на которых можно бесплатно ночевать. В основном этой стоянкой пользуются дальнобойщики. Вот стоят. Есть такой вот санузел, или как это правильно сказать. Там туалет, душ, вода, умывальники. Все бесплатно, можно помыться спокойно. То есть только с собой принадлежности надо брать, там полотенце. Мыло. Вот так выглядят эти парковки. Все чистенько. Столики стоят. Дорожки сделаны. Парковочные места. Будем вещи разбирать. У нас вещей много. Будем готовиться ко сну. Второй день, да, пути заканчивается. Все обожрали. Все сначала пошли помылись. Вот теперь. Хорошо. Да, сразу все хорошо. Оля ест, Лена ест. Лена пиво пьет уже. А Оля чай. Я тоже пиво пью, надоело все, блядь. Пьем польское пиво Зубр. Смотри, там встает луна какая красная. Как встает? Трусы на люке висят. Да, трусы показывать не буду, которые на люке висят. Скоро будем ложиться спать. Всю эту шматью еще надо убирать. Чего ты снимаешь такой бардак? Ну а что мне еще снимать, если здесь больше снимать нечего. Завтра с утра начнутся новые приключения. Новый вынос мозга. Новый вынос мозга, да, от детей. И я надеюсь, это будет третий день. И уже мы приедем. И мы уже приедем в Хорватию на море. Уже заселимся в кемпинг. А меня сейчас этот спрашивал, говорит, а вы далеко?
Ну, который там. А что, ну, я не поняла, видно, что ли, что мы далеко? О, смотри, луна как уже встала. Ага. Ну, ее не видно будет на камеру все равно. Там луна встает, красная. Харясти, всем привет. Скоро будет утро уже, через 5 часов. Вы что делаете сейчас, спать ложитесь? Нет, там. А мультфильм будете туда смотреть? Вон туда посмотрите. Ну, скоро все равно будете спать ложиться? Да. Нет. Ну все. Как прошел ваш день? Нормально. Как прошел ваш день? Нормально. Ну все тогда. Все, спокойной ночи. А Гидеон Грей хулиган. Причем тут... Доброе утро. Вот и наступило утро третьего дня. Доня, привет. Доня, охранник. Блин, 8 утра, уже жарище невозможное. Чуть не упарились в этой машине, даже с открытым люком.